Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 6520S». Первым делом необходимо отсоединить шлейф дисплея от коннектора на межплатном шлейфе. Делать это рекомендуется тонким неметаллическим инструментом, чтобы не повредить это хрупкое сочленение. Далее необходимо освободить подложку клавиатуры, прижатую с помощью пластикового фиксатора. Фиксатор держится за счет двух защелок на боковых стенках. После этого стоит вынуть клавиатуру, чтобы не повредить ее. Шлейф зафиксирован на дисплей с помощью двустороннего скотча. Для его отделения вновь рекомендуется использовать неметаллический инструмент. Межплатный шлейф извлечен. Его неотъемлемой частью является подложка функциональной клавиатуры верхнего слайдера, 3G-камера видеовызова, контакты спикера, коннекторы системной платы и с обратной стороны коннектор дисплея. Чаще всего необходимость замены шлейфа связана с проблемами изображения на дисплее. При установке шлейфа действуем в следующем порядке. Совмещаем подложку клавиатуры с клавиатурой с помощью направляющих штырьков. Приклеиваем подложку к корпусу дисплея. Устанавливаем пластиковый фиксатор. Соединяем шлейф дисплея с коннектором. И это все.